Атлантике? Нам повезло. Такой акулы, у которой я не пошарил бы в брюхе. Там какие-то бумаги. Очевидно, это один и тот же документ на трех языках. Трудно разобрать. Вода просочилась в бутылку. От слов остались одни обрывки. Давайте дополним один документ другим. Да-да. Что не хватает в английском тексте, добавим из французского или немецкого. Глаз, глаз, go, глаз, go. Bringt ihnen. Принесите им. Ассистанс, помощь. Принеси, окажите им помощь. Таня. Таня. Британия. Гонь. Гонь. Остров Южный. Гонь. Записывайте, Макнапс. 7 июня 1862 года трехмачтовый корабль Британия из Глазго. Британия. Потерпел крушение. В южном полушарии. Я бросил этот документ. Под 37 градусом 11 минутами широты. Окажите помощь. Иначе погибнем. Капитан. Но где же произошла катастрофа? Этого мы не знаем. Широта указана. 37-я параллель. А долготы не разобрать. Размыто. Не видно. Гонь. Долготы нет. Гонь. Патагония. Конечно, Патагония. Это капитан Грант. Капитан Грант? Да. Капитан Грант. Глазго. Британия. Капитан Грант. Помните, несколько лет назад он обратился с воззванием к шотландцам? И не было ни одного бедняка в нашей стране, который не отдал бы ему свои последние 6 пенсов. На эти деньги он построил корабль и отправился на поиски свободной земли для своей родины. Неужели нельзя спасти этого замечательного человека? Обратимся к лордам адмиралтейству. И это все, что вам известно? Документы не ясны. Мы не можем послать спасательное судно. Милорд, неужели адмиралтейство даст погибнуть этому отважному человеку? Бессмысленно перерыть всю Патагонию ради одного человека. Мы уже выбросили миллионы на поиски Франклина. Мы не можем снаряжать экспедицию, обреченную на неудачу. Миссис Елена, к нам с берега прибыли 2 детишек. Они во что бы то ни стало хотят видеть мистера Гленарвана. Где же они?
хотели видеть мистера Гленарвана. Мистера Гленарвана сейчас нет. Я его жена. Может быть, я могу заменить его? В газете напечатано, что у мистера Гленарвана на яхте Дункан имеется сведение о капитане Гранте. Я дочь капитана Гранта. Меня зовут Мэри, а это мой брат Роберт. Мисс Грант! Мисс Мэри! Что? Лорд Адмиралтейство отказались послать спасательное судно. Они не могут забыть, что капитан Грант шотландец. Никто не хочет помочь нашему отцу, мисс Мэри Грант. Значит, нет надежды на спасение. Тогда мы сами должны спасти его. Мэри! Мой мальчик, но как это сделать? Если каждый шотландец дал моему отцу 6 пенсов, то его сыну они доверят еще 1 пенс. И этого хватит, чтобы спасти капитана Гранта. Ты прав, мой мальчик. Капитана Гранта будет хорошим моряком, мисс Мэри. Когда у вас тут завтракают? В 9. Так когда же у вас тут завтракают? В 9. Но с кем я имею честь говорить? Жак Паганель. Жак и Ясен Франсуа Мари Паганель, секретарь Парижского географического общества, член-корреспондент географических обществ Берлина, Бомбея, Дармштада, Лейпцига, Петербурга, Вены, Нью-Йорка, почетный член Восточно-Индийского Королевского института географии и этнографии и прочее, прочее, прочее. Миссис Елена Гленарван. А вы кто, молодой человек? Джон Мангус, капитан судна, на котором вы находитесь.
Но как вы попали к нам? Я плыву в Индию. А мы плывем в Патагонию. Как в Патагонию? Да, Дункан идет в обратную сторону, в Патагонию. Как в Патагонию? Дункан? Да. Патагония? Да. Дункан. Патагония? Да, 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 да. Ночью в тумане я сел не на то судно. Это могло случиться только со мной. А с вами это уже случалось? Да, да. Я намеревался сесть на скотию, отплывающую в Индию. Я же и сел на нее. Я же и спать лег в шестой каюте. Но не на скоте, а на Дункане. Послушайте, вы, наверное, никогда не были в Индии. Вы же все равно совершаете увеселительную прогулку. И стоит только повернуть руль? Нет. Мы плывем в Патагонии не ради прогулки, а чтобы спасти потерпевшего кораблекрушение капитана Гранта. Спасти капитана Гранта? В таком случае я счастлив, что хотя бы по ошибке попал на это судно, плывущее с такой благородной целью. Поедемте с нами. С нетерпением ждали ваше возвращение, господин консул. Я навел справки. Корабль капитана Гранта никогда не был у наших берегов. Этого не может быть. В документе ясно сказано. Гони, 37-я параллель. Мы решили, что это Патагония. А! Капитан Грант находится внутри страны. А бутылка? Для того, чтобы бросить бутылку в океан, надо находиться, по крайней мере, на берегу океана. Или на берегу реки, впадающей в океан. Это идея. И притом гениальная. Что же вы предлагаете? Я предлагаю пересечь Южную Америку по 37-й параллели. Только опасности ради спасения нашего отца. Опасности? Кто здесь произнес слово «опасность»? Только не я. Речь идет о легкой прогулке 1400 километров, которая займет едва один месяц. Следите по карте. Мы начинаем наше путешествие на Чилийском побережье, в том месте, где его пересекает 37-я параллель. Проходим Антукский каньон, минуем теснину водопадов, оставляем лошадей, мулов, багаж и взбираемся на кордильеры. Что? Да это сущие пустяки. Каких-нибудь 12 тысяч футов над уровнем моря. Легкий подъем по ровной и гладкой дороге. Арийская мостовая. Несколько часов пути, и перед нами открываются снежные вершины и низвергающийся водопад. Я увлекался. Мы преодолеваем пенящиеся пороги этого водопада, идем дальше, выше, выше, и вступаем в царство вечных снегов. С гребня перевала, с высоты 12 тысяч футов,
мы увидим необозримые снежные поля, изрезанные голубыми трещинами. Оставив направо знаменитый вулкан Антуга, мы легко спустимся по отлогим склонам и, наконец, очутимся в помпасах Сталинаса. Нашли? Где на берегу реки Гуамини? В ущельях Сиеры? Мы найдем нашего отца. Где бы он ни был, мой мальчик, мы его найдем, хотя бы нам пришлось для этого пройти весь земной шар по 37-й параллели. Но вы забыли про Дункан, дорогой Паганель. А, пока мы пересекаем Южную Америку сушей, Дункан тем временем обогнет огненную землю и подойдет к мысу Медара, где примет нас на борт вместе с капитаном Грантом. Но кто же останется с нашими дамами? Я. А? Тогда мы вдвоем пересечем Южную Америку. Нет, в таком случае, да, Сварк? Я. Вы мой помощник, Джон, и вам мы веряем самое дорогое, что у нас есть. Еще такой переход, и мы останемся без лошадей. Не лучше ли было бы взять проводников? А проведу вас через кордильеры лучше всякого проводника. Я знаю эту дорогу как свою квартиру.
Капитан, капитан, подтянитесь. Как будто приехали. А,
Я говорил вам, что по эту сторону кордильер спуск очень удобен. Очень удобен, очень. Где Роберт? Я вижу Роберта. Стреляйте! Стреляйте! Нет, не могу. Стреляйте сами. Нет, не надо. Вы убьете Роберта. Стреляйте! Только осторожно! Кто это выстрелил? Роберт! Возьмите его, он жив. Жив. Жак Паганель. Талькав. Талькав? По-араукански значит гром. Это имя дают за ловкость в стрельбе. Мы разыскиваем капитана Гранта, потерпевшего кораблекрушение у берегов Патагонии. Вы нашли сына? Помогите найти отца. И его отца. Таука! Мэри,
я хотел вам сказать. Неужели вы не видите? Наука чудит беду. Наводнение! Если бы вы знали. Говорите громче, я не слышу. Неужели вы не видите? Без бинокля ничего не видно. Костер! Теперь вижу, вижу. Вы видите, как я счастлив! Там люди! Никакой надежды разыскать моего отца. Нет, Роберт.
Мы возьмем курс на восток, пройдем всю 37-ю параллель, даже если пришлось обойти вокруг света. 37-я параллель. Милый Паганель, расскажите нам про тот путь, по которому мы пойдем. 37-я параллель. Она пересекает Южную Америку, проходит через Атлантический океан, острова Тристан-да-Кунья, южнее мыса Доброй Надежды, дальше через Индийские моря, через остров Святого Петра в Амстердамском архипелаге, затем проходит по Австралии. Австралия? Дальше? И по выходе из Австралии... Боже мой! Какая чудовищная рассеянность! Ага. Ведь мы искали капитана Гранта там, где его никогда не было. Мы прочли в документе то, чего там никогда не было. Австралия. Слово французского документа означает... Что же оно обозначает? Австралия. Австралия. Вот где надо искать капитана Гранта. Ваша новая гипотеза... И, наверное, ошибочно. Я вам докажу свою правоту. Ваши сомнения будут побеждены. Это будет самая большая победа, которую когда-либо французы одерживали над англичанами. Если вы в этом так уверены, то мне остается сказать только одно. В Австралию! В Австралию! В Австралию, в Австралию, друзья мои! В Австралию! В Австралию! Мне тяжело расставаться с вами. Благодарю вас за все. Вот мой отец. Когда мы его найдем, я расскажу ему про вас. Ты похож на своего отца, амиго. Мы еще не нашли моего отца, а теперь теряем вас. Побережье и двинемся вглубь страны. Тем временем вы ведете Дункан в Мельбурн, запасаетесь углем и ждете нас там. Я живу здесь 30 лет, и за это время ни один корабль не терпел крушения у наших берегов. Вы ничего не слыхали о нашем отце? В записке капитана Гранта ясно сказано, Австралия – 37-я параллель. Я, ваша милость, ничего не слыхал о капитане Гранте.
если капитан Грант жив, он находится в Австралии. Кто это? Это Айртон, работник моей фирмы. Говорите, Айртон, говорите все, что вы знаете. Говорите. Говорите, Айртон, говорите. Я служил боцманом у капитана Грант. Волна смыла меня с палубы и выбросила на берег. С тех пор я не видал моего капитана. Вот моя матросская книжка. Подпись отца. Так где же произошло крушение? На противоположном берегу Австралии, на страшных рифах бухты Туфельда. Надо вернуться на ваш корабль, идти в бухту Туфельда и там искать капитана Гранта. Это невозможно. Дункан ушел в Мельбурн за углем. Давайте пересечем Австралию сушей по 37-й параллели. Сэр, возьмите меня с собой. Я буду вашим проводником и помогу найти моего капитана. Охотно. Величайшего географа Англии, от скромного географа Франции, цветы Австралии. Кормить животных и подковать мою лошадь.
Иди. Отковать там надо. Какая странная подкова. Местный обычай иметь подковы. Благодаря этому легко разыскать заблудившихся лошадей по их следам. 100 фунтов стерлингов уплатит колониальная полиция тому, кто доставит живым или мертвым бежавшего каторжника Бен Джойса или его сообщников, управление колониальной полиции. Таким образом, дальнейшее путешествие становится опасным. С нами женщины. Для хорошо вооруженных и решительных людей несколько беглых каторжников не страшны. Я готов идти вперед. Так поступают все, кто служил под командой моего отца. Местная болезнь. Как будто была лошадь. Сюда, сюда, помогите! Кто-нибудь! Какая странная местная болезнь. Как же переправить этот берег? Вы сами видите, дорогу размыло, проехать невозможно. Айртон, скоро спадет вода. Я думаю, не раньше месяца. Если позволите, ваша милость, я готов отвести приказ вашему кораблю немедленно отправиться в бухту Туфельда. А как же вы сами переправитесь на тот берег? А я попытаюсь по этому берегу добраться до Мельбурна. И дней через 10 вернусь с подмогой для переправы. Хорошо, на рассвете отправляюсь. Ландия! Ландия!
Ландия. Ландия. Зеландия. Новая Зеландия. Вы уверены, что мы на правильном пути? Еще одна гипотеза. Гипотезы вели науку. Ах, вели, вели. Нас они уже завели. Но Ландия, Ландия! Возьмите сигару. Сигара успокаивает. Ландия, Ландия. Зеландия. Новая Зеландия. Айртон, как странно, что уцелела только та лошадь, которую подковал кузнец. Случайно. Вот, вот. Смотри, смотри. След тривистника идет от самой таверны. Полезная трава, этот гастрологиум. Те животные подохли. Сейчас я получу приказ капитану Дункана, и через 4 дня мы станем безраздельными хозяевами океана. Ловко придумано. Значит, Бенджой. Качите ему на перерез, отрезайте дорогу к лагерю. Thank you.
Где же Роберт? Не волнуйтесь, Мэри. Он, вероятно, своим новым другом Айртоном. Скачите вверх по течению. Там есть мост, а я получу приказ капитана Дункана и прямым путем в Мельбурн. До скорого свидания на борту Дункана. Что это? Кто это? Айртон. Айртон? Да. Скорее предупредите мистера Глервана. Айртон. Лен Джойс. Бегите, мисс Елена. Я готов ехать. Напишите, пожалуйста. Предлагаю Джону Манглсу отвезти Дункан в бухту Туффольда на восточном побережье Австралии. Австралии? Ну, конечно, Австралии. К 37 градусу широты. Может быть, вы могли бы рекомендовать меня капитану? Джону Манглсу, рекомендую вам Айртона. Инсайта! Возьмите! Зачем? Вы его поймаете, я его повешу! Когда это скачет, мы должны успеть из бухты Туффельда предупредить Мальборн. Thank you.
Яхта «Дункан» из Мельбурна не прибывала сюда, в бухту Туфельда? «Дункан» «Дункан» По сведениям синдика Мельбурнского порта, мистера Эндрюса, «Дункан»... «Дункан»... 18-го текущего месяца выбыл в неизвестном направлении. Сюда он не прибывал. Наш Дункан в руках пиратской шайки Бен Джойс. Каким путем мы можем вернуться в Европу? Конечно, через Окленд. Через Окленд? Не потому ли вы рекомендуете этот странный маршрут, что Окленд лежит на 37-й параллели? А я даже и не знал об этом. Для географа это непростительно. Да? Да. Вот капитан Галей на своем бриге Макари идет к Новой Зеландии в Окленд. Пассажиров возьмете? Сколько человек? 6. Из них 2 женщины. 60 фунтов. Деньги вперед.
Мы доплывем, дитя мое. Острова эти расположены к югу от Тасмании, поистине райские уголки. Необозримый океан сквозь розовую ограду коралловых рифов омывает горячий песок побережья. Прозрачные хрустальные струи бегут с голубых гор, орошая цветущие долины. В тенистых кущах слышится журчание. Это природные фонтаны выбрасывают к изумрудному небу свои голубые струи. Свежесть прохладной воды Джон, дорогой Джон. Мисс Мэри, ура! Какое счастье, Джон, что вы оказались у берегов Новой Зеландии. Айртон привез мне ваш приказ. Как? Айртон здесь? Да, Айртон на борту у нас. Аустин, приведите его сюда. Есть. Пришлось связать Айртон. Он подбивал команду, вопреки моему приказу, повернуть Дункан в Австралию, в бухту Туфольд. Я не понимаю, ведь вы и должны были идти в Австралию, в бухту Туфольд. В Новую Зеландию, согласно вашему приказу. Как в Новую Зеландию? Покажите приказ. Предлагаю Джону Мандельсу отвезти Дункан на восточное побережье Новой Зеландии. Новой Зеландии? В 37 градусе широты. Это вы писали. Агалет. Я? Я слишком был увлечен моей новой гипотезой. Хорошо еще, что вы не послали Дункан к Северному полюсу. Но вы сами видели. Кушайте. Вы сами знаете, Бен Джойс, что ждет вас, если вы попадете в руки молодчиков из королевской полиции. Бен Джойс, скажите правду хоть раз в жизни. Хорошо. Я вам все расскажу. Я служил в королевском флоте. И за то, что я, шотландец, не пожелал выносить офицерские пощечины, и однажды ответил, меня сослали на вечную каторгу. Я бежал. Полиция гнала за мной по пятам, чтобы повесить меня на первый рей. Тогда, в Глазго, я поступил на корабль капитана Гранта. Я поверил в его дело. Обида разрывала мое сердце. Пощечины горели на моем лице. А свободная земля, которую мы искали, была так далека. Я не хотел больше ждать. Я поднял бунт. Айртон, скажите, где мой отец?
Он высадил меня на западном побережье Австралии, а сам поплыл в Новую Зеландию. В Новую Зеландию? Я был прав. Ландия. Ландия в документе. Это ж Новая Зеландия. Идите, Айрсон. Вспомни, чему учил нас отец. Самое главное, это быть мужественным. Капитан Джон уверен, что мы найдем отца. Часто, стоя на вершине скалы, мечтал я увидеть хоть какой-нибудь корабль, чтобы на нем помчаться туда, где оставил я вас, где осталась моя родная страна, откуда бы я снова мог пуститься на поиски новых земель. Но за все это время только два или три раза на горизонте показался Паулус. Промелькнул и скрылся. Так прошло 2,5 года. Наконец, вчера я заметил на западе легкий дымок. На утро я увидел, что яхта приближается к нам тихим ходом. Я увидел шлюпку. Я решил, что это смерть. Но от счастья не умираю. Мы были спасены, и мои дети раскрыли мне свои объятия. Мы можем двинуться в путь, сэр. Гарсон. Ну, это, кажется, конец.
Капитан, я надеюсь, мне будет возвращена свобода, и я смогу вернуться на родину. Ваша просьба будет исполнена. Благодарю вас, сэр. Несмотря на все преграды, я не отказался от своей мысли. И если мне не суждено ее осуществить, то мои дети добьются того, чему я отдал всю свою жизнь. Я твердо верю, что настанет день, когда последний бедняк будет хозяином своей независимой родины.